здесь никак не разрешается. Давай ко мне, если вопросы какие мучают. Ну кто там еще? Не... Иди лучше монстров стрелять, а то людей от работы отвлекаешь. Гони затворную раму. $20. Ну ты жаба. Ладно, получи у коменданта. Не понял. Ну так что, а что? Слышишь, тебе надо, не мне, да? Ты шевели копытами. Ну ты мудил. Все равно ведь нифига не делаешь. Слушай, а не пошел бы ты? Кончай трындеть, ядреновож. Превратили, понимаешь, базу в восточный базар. Ходят тут всякие. Наемник, это Чехов. Форпост атакован. Даже не знаю, выжил ли кто. Но один из ПДА все еще активен. Может, на нем найдется полезная инфа? Найди его и доставь мне. Но пасаран! Ну вот и познакомились лично. Меня зовут Чехов, я здесь главный. Запись с ПДА, которую ты нашел, ну кое-что проясняет. Ведь как получается, все выходы из темной долины на замке, а нападения на блокпосты и патрули не прекращаются. Бывало, только вышел патруль с базы, раз и всех положили. Ребята уже думали, может, чем зону обидели, зато она нас и наказывает. Начали узелки всякие заговоренные вязать, амулеты против призраков мастырить. А оказалось-то, что мистики нет. Комендант-то наш информацию о всех наших передвижениях сливал. Крыса паскудная. Да, не ожидал я от него такого. Ведь 100 лет его знал. Вместе свободу подымали. Вместе артефакты первые добывали. Я же ему как себе. Все планирование ему доверил. А он продался, скотина. Как только по нашей частоте прошла запись разговора с форпоста, комендант исчез. Все, нет его. Понял, что дело труба? Сейчас для нас главное найти его. Он знает, если и не все, то многовато, честно. Выходы из долины на замке, так что уйти далеко он не мог. Мы его ПДА отслеживаем. Он сейчас недалеко от дороги на кордон. Несколько групп уже выдвинулись в том направлении. Да, был такой. Все редкими деталями интересовался. Знал, наверное, что у нас лучшие технари во всей зоне. Ну так я продал ему эту деталь, а что? Денег он отвалил прилично, не торговался даже. Вот нафига она ему, не скажу, не знаю. Такие вообще-то ставили в старые армейские шифровальные машины. Он как деталь получил, сразу и ушел с базы. Все, больше я его не видел. Я тебе помогу, только если ты мне поможешь. Ну не обижайся. У нас расклад такой грустный, что свободе скоро неким будет базу от бандюков защищать. Помоги мне выяснить, кто на нас нападает, а я дам тебе информацию, где искать клыка. Найди коменданта и доставь его живым. Или мертвым. А я тебе за это шепну, где искать клыка. Координаты ПДА коменданта я тебе скинул. А что у меня есть? Ну и что там у тебя есть? Заходи, посмотришь. Да у тебя даже бабам смотреть нечего. Заходи, у меня посмотришь. Или тебе отсюда показать? Извини, дорогой, у меня микроскопа нету. Так, вы там что, совсем охренели?
пиписьками в бане мириться будете. А сейчас заткнулись оба, ясно? Мы наткнулись на вражеский отряд у фермы. Серьезное сопротивление, нужна помощь. Повторяю, ребята, нужна помощь, обеспечьте подкрепление. Эй, народ, засекли нас! Ты там живой вообще? Сигналь давай! Нет, ты чего тупишь-то? Давай уже начнем! Приветствую в моей скромной берлоге. Проходи, сталкер. Спасибо за помощь. После перестрелки на ферме понятно, что за нападениями на свободу стоят наемники. И данные с ПДА коменданта тоже это подтверждают. Но тут появляется другой вопрос. А на кой ляд оно им надо? Ведь мы до того всегда держали нейтралитет. Тогда получается, они контракт выполняют. Вот только чей? Долга или военных? Вот здесь пока с ответами не очень, но это уже моя забота. Ты свою часть договора выполнил, так что слушай про клыка. У нас он искал редкие детали. А мне стало интересно, с какой-то радостью ему вдруг понадобилось это рухлядь. На прямой вопрос он не ответил, не мое, мол, дело. Только я ведь пасовать не привык. В общем, нашептал технарю нашему. Он частоту ПДА, клыка и хакнул, чтобы я пару дней проследил, куда хозяин направляется. А направлялся он что? На свалку. Там его и ищи. Кстати, частоту клыка я сохранил и тебе уже скинул. Так что дальше дело техники. Его местоположение теперь у тебя на ПДА отмечено. Ну что, поможешь свободе еще раз? Мы многое выяснили, но атаки наемников не прекращаются. Мы вымотались до предела. До сих пор не представляю, как наемники попадают в темную долину. Ведь все дороги перекрыты нашими блокпостами. Похоже, где-то есть тоннель, о котором мы не знаем. Оттуда наемники и лезут в темную долину.
Нужно срочно выяснить, где эта нора, и подорвать ее к чертовой матери. В долине есть одна старая установка, еще с советских времен. Геодезисты соорудили. Она состоит из трех антенн. Если активировать все три ее антенны, то можно будет сканировать поверхность почти всей долины. Если дело выгорит, мы сможем засечь, откуда появляются отряды наемников. Одна из антенн находится прямо здесь, на базе, но две другие держат наемники. Помоги взять эти установки под контроль. Что у вас там творится? Эй, чуваки, старая хокма не хокма, отвечайте! Удачи, будет полезная информация, приходи. Пибл, хватит играть в прятки. Эй, чуваки, вот дерьмо-то, а? Нас заболели! Прикрой меня! Все, ты труп! Граната не дура! Рано расслабляться! Ждем! Чуваки, спокойно! Ждем врага! И так будет с каждым! Отличная работа! Все антенны у нас под контролем! Начинаю сканирование! Мы засекли координаты тоннеля, район заброшенного завода. Именно оттуда в темную долину прут наемники. Всем группам, внимание, найти и уничтожить тоннель.